Всем добрый день, всем моим подписчикам добрый день. И тем, кто подписывается, потом отписывается, тоже добрый день. Всем, кто смотрит, ходил в сторону организации. Но, так сказать, на работу. Не мое. Ну, честное слово, но я не понимаю эти компрессоры. Я в них вообще не разбираюсь. Потом ответственность большая с этими, с холодильниками. Очень большая ответственность. Вот так вот привезут рыбу. 30 тонн, 60 тонн рыбы. Разгрузят холодильники. Холодильник не заработает. Так я же в них ни хрена не соображаю. В этих морозильниках. Подводить людей я тоже как бы не хочу. Мое дело это вот такси, баранка, руль, машина, трасса. Документы вывозить. Сидеть в офисе и документы печатать компьютером. Вот это вот мое. У меня только две работы, которые я могу выполнить. Это документация, вести полностью документацию и такси из Озерки. А почему иду пешком? Крайслер, мотор делается. Вернее всего сделался, но не запускается. Причину не знаю. Говорят, надо после того, как мотор снял, поставил, после ремонта надо прошивку мозгов делать ему. На Deonex'е там генератор не работает. Вот и жалко, что пешком хожу сейчас. Пока пешком. Пока я пешеход. Такие вот дела.